Всем привет, друзья! Сегодня хочу приготовить один из своих любимых вариантов быстрого завтрака. Не нужен хлеб. Хлеб можно заменить хлебом для тоста. Ветчина. Ветчину также можно заменить любой колбасой. Одно яйцо, сыр, перец и соль. Я буду готовить завтрак на одного человека. Разбиваю в чашку одно яйцо и добавляю сюда по вкусу соль и перец. И хорошо все смешиваю. На сковородку наливаю растительное масло. Также растительное масло можно заменить на сливочное. Выливаю сюда яйца. И распределяю их по сковородке. Выкладываю хлеб. И переворачиваем. Края подгибаю сюда. Теперь выкладываю сюда ветчину и сыр. Поджариваю немного хлеб с обратной стороны. Думаю, достаточно. И переворачиваем. И у нас получился очень вкусный бутерброд. Выкладываем на тарелку. Смотрите, какой вкусный, красивый бутерброд у меня получился. Сыр там уже расплавился и можно завтракать. Это один вариант из моих любимых бутербродов. Не забывайте подписываться на мой канал, пишите свои комментарии. Всем классного настроения и пока-пока!